отцу. То говорит, слушаю тебя, сын мой. То говорит, святой отец, отпусти ты мне грехи, ибо грешен я. То говорит, рассказывай, в чем твой грех. Он говорит, понимаешь ты, святой отец, во время Второй мировой войны я скрывал у себя на чердаке еврея. То говорит, сын мой, ну какой же это грех? Это наоборот, богоугодное дело, ты спас человеческую жизнь, я отпускаю тебе грехи. Он говорит, святой отец, второй вопрос. Вы понимаете, я брал с него за это дело деньги. То говорит, ну конечно, немножко хуже, но ты тоже рисковал своей жизнью, я отпускаю тебе грехи, иди с Богом, сын мой. Он говорит, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, святой отец, что война уже закончилась?